История следующего произведения, которое продолжает нашу программу, напоминает небольшой детектив. Произведение, имеющее двойное авторство, долгое время оспаривало первенство одного или другого композитора. Имеется в виду Иоганн Себастьян Бах и Алессандро Марчелло. Может быть, это связано с тем, что Марчелло публиковал свои сочинения под псевдонимом. А может быть, связано с тем, что на самом деле Алессандро Марчелло не был композитором. Он был венецианским дворянином, поэтом, философом, математиком, а музыкой занимался только как любитель. А вот его брат был действительно настоящим композитором. Но так сложилось, что в историю музыки Алессандро Марчелло вошел именно как композитор эпохи барокко. Ну и, конечно же, самым известным произведением Марчелло стал концерт для гобоя в переложении для клавира Иоганна Себастьяна Баха. Мы с вами услышим вторую и третью части концерта Баха-Марчелло в исполнении студентки 4-го курса Екатерины Перевозчиковой.